Судебная тяжба администрации города с владельцем санатория «Кавказская ривьера» началась после того, как он в 2008 году приступил к восстановлению курортного комплекса, стал проводить ремонтно-реставрационные работы. Но вместо воссоздания исторического облика объекта на территории санатория стали возводить 9 самовольных объектов. Это и стало поводом для подачи иска в суд. Недострой, запустение – так сегодня выглядит первый сочинский санаторий «Кавказская ривьера». Сейчас его здание одиноко возвышается среди руин и строительного хаоса. По словам заместителя главы города Сергея Юрина, возвратить муниципальную землю оказалось непросто. Глава города Анатолий Пахомов лично контролировал данный процесс. К победе пришлось идти больше года. В начале марта закрытое акционерное общество подписало соглашение с Министерством культуры России и безвозмездно вернуло стране историческое здание. В последующем мы передадим весь этот участок большой в федеральную собственность, поскольку под федеральным объектом. А что дальше здесь будет? Я думаю, дальше Росимущество и Министерство культуры совместно будут определять, за кем закрепить данный объект и данный земельный участок. Санаторий «Кавказская ривьера» занимает чуть больше 2 гектаров земли в историческом центре города и входит в список культурного наследия федерального значения. Здание «Кавказской ривьеры» было построено в 1909 году. Именно с этого времени Сочи стал отчитывать свою биографию как курорт. В конце 90-х санаторий пришел в упадок. Его здание обветшали и здравница закрылась. Именно в этот период ее акции и перешли в собственность компании Владимира Брынцалова «Хант Холдинг». Строительство новых корпусов полностью уничтожило парковую зону и нанесло урон самому историческому объекту, на котором еще недавно красовались 2 лишних этажа и лифтовые шахты по бокам строения. После того, как эта земля вновь получила статус муниципальной, в администрации города не сомневается, этому уголку курорта можно будет вернуть былую красоту. Наверное, ощущение радости будет тогда, когда здесь будет воссоздано прекрасный уголок, это воссоздан, тогда, наверное, будет какое-то удовлетворение. А сейчас это половина пройденного пути, мы так для себя это рассчитываем. В принципе, в своей части мы его прошли, и теперь уже будем совместно с органами федеральной власти заниматься данным вопросом. В планах Министерства культуры и Росимущества отдать санаторий в управление одной из федеральных структур, которая и восстановит его за бюджетные средства. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.